11 километров. И Чикаго уже практически рядом, 61-м не обгоняет. Но это, похоже, у нас какой-то нулевой. О, откуда он тут взялся? Вдруг ты мой, подстрелили к тебе. Вет даже позади нас обгоняет и куда-то реально вперед поехал. Ну, балдеть. Он пытается еще погнать, он реально смешается. Я еще нулевой. Да что ж такое-то? 9 километров остается. 2 километра и я не догнал никого. Вот это будет скорость. Это будет легкая туманность такая получается. Минус позиции. И 60 все-таки какой-то лезет. Вот дороги пошли, смеются. Реально уже подъезжаем к Чикаго. Так, может, походу сократить, я вижу по карте. Вот не успели повернуть. Да, при таких скоростях тут резко повернуть очень сложно. Прибавим скорость, его можно сделать. Довольно неплохо сделали. Практически по 300 едем. Да, даже не видит чуток, как меня ходит вправо. И теряем скорости. Осталось 4 позиции. Вижу заправочную станцию. И мы уже промчались. Мосты, заводы, это просто красотень. Мы реально уже выезжаем в Чикаго. У нас 5 позиций. Кажется, же очень сложно все происходит. 4 километра у нас и 4 позиции. На километр, на позицию. Подсрали к тебе. И минус позиция. Осталось у нас 3 позиции. О, какой у нас там трафик-то плотный. Ребята даже сами маленько растерялись. Давайте подсиральник сделаем. Входим в кармашек, осталось 3 позиции и 2,5 километра. Трафик реально очень плотный. Мы уже реально практически в городе. Осталось 2 километра. Сейчас используем нитро. Резкий будет поворот направо. Вот ты да, пошли очень хорошо и 2 позиции прямо перед нами. Побольше нитро нужно набрать. И за 1 километр сделать 2 позиции. Вот, вот, друзья, мы их делаем. Это было чертовски рискованно. С ума сойти. 700 метров остается. Нужно быть очень бдительным и никуда не врезаться. И 10 километров. И уже прокатимся в Чикаго. Чикаго, я уже практически рядом. И нас ждет мафия 20 секунд. Последний, получается. Ух ты, жесть, промчались-то. Сделали соперника, осталось 8 километров. Ух ты, ну-ка прибавим скорости. Подрезать много надо было, 6 секунд это. Сейчас, друзья, сделаем 3 секунды. Ноздря, ноздрю едем. И он уже позади. Осталось 7 километров. И может даже маленько сократить. Так, вижу соперника. 30 секунд, чтобы догнать и обогнать. Обожаю этот режим, когда уже делаем соперника, и он остается позади. Да, о, машинка крутанула. 15 секунд. 10 секунд. Но это довольно напряженно, скажу вам. 8 секунд. Сделали соперника все-таки. 4 секунды, и уже победа за нами. 2 соперника остаются и 5 километров 500 метров. Наберем побольше нитром. И я сюда увижу соперника слева от нас. 51 как раз. Это будет просто в мясо сейчас.
Дрифтанем и используем нитро. Ух ты, да. 51 мы сделали. 20 секунд держим позицию. 19 секунд. 4 километра остается. И он уже, походу, далеко позади. За секунду. Какой же плотный трафик-то. И нас ждет мафия, походу, в центре города. 3 ровно километра остается. И у нас последний соперник остался, друзья. 36 секунд, чтобы его сделать. Попасть в 50, 2 километра остается. И 30 секунд. Ну что же, у нас очень много нитра. И сейчас мы его сделаем очень быстро. Вот так. О, промчались. 23 секунды. Довольно очень все просто получилось. Остался ровно километр. 15 секунд, держим позицию. Метров, 7-6 секунд. И мы уже у финиша. Джек, ты еще там? Ты меня обижаешь, сэр. Молодец. Нью-Йорк, скоро финиш. Время вырваться вперед.